Всем привет, ребята! С вами канал Жизнь Андреича и, конечно же, с вами Андрей Баталов. Сегодня 17 декабря, на улице минус 12. Вроде не холодно, не тепло, но сегодня у меня история. Сегодня я поехал в магазин и для бензонасоса клеммы папу, маму надо купить. Интересно, вот найду, не найду, как бы поменять, чтобы все пучком было хорошо. Чтобы, так сказать, в дальние пути ездить и вообще просто, чтобы в страшном сне мне это не приснилось, что где-то я встану или что-то. Просто люблю, когда все нормально сделано, до ума доведено. Я спокойный, вообще все просто хорошо. Еще вот как бы извещение пришло, посылочка пришла моя, вот. Четвертая из пяти. Вот не знаю, какая пришла. Скорее всего, часы пришли. Знатные такие, классные. Обязательно похвастаюсь и покажу. Ну, главное, чтобы извещение-то пришло. Главное, чтобы часы на почте оказались. А то как с первым извещением, что не нашли, не якобы они мне выдали. Ну, не знаю, что с этим получится. Вы увидите вместе со мной. Сейчас, ребят, пойдем в эпицентр, приехали. Здесь автоимидж есть. Надежда на них, что у них есть этот папа-мама разъем. Сейчас снимаю. Есть, может, нет, надеюсь, что есть. Ребят, ну все, в принципе, я в автомагазин этот зашел, пообщался с продавцом. Ну, он мне говорит, в принципе, разъемов очень много. Ну, говорит, только проводящий спрей есть, смазки, как бы, в принципе, помажьте, папу-маму отлите и забудьте, вообще проблем нет. Он говорит, уже сталкивался наподобие что-то с этим. И говорит, тоже эрудил, тоже окисливалось у него. Не проблема была, только у него с Hyundai X35, ну, тоже что-то схожее с нашей Kia Sportage, то есть почти одинаковая машина. У него была такая тема, он говорит, что... нормально все. И второе говорит, что от Боша, то есть вот эти насосы похожи от Боша, то есть замену аналоги ставят, то есть он стоит 2 рубля, там как бы никакие там под 7 рублей в принципе платить не надо. Успокоил в этом плане. А так, говорит, работает же, что, в принципе, плему с Машей, все, и на века. Не знаю, сейчас Евгению позвонил, мне интересно, типа, только проводящим клеем там смазывал вот это все, ну, смазка, вернее, клеем. Сейчас уточню у него все. А то сказал, менять надо прям, я не знаю, прям. Хоть подготовил меня, что ли, а то сразу сходу на 27 рублей, Андрей Андреевич, давайте. Типа, менять надо. Так что здесь все проще, ребята. Вот просто, да, вот действительно, не надо как бы сгоряча думать как-то. Лучше все уточнить или переспросить. И как бы и нормально все. Так, ну а я пока, ребята, поехал за посылочкой, извещение пришло, а то сейчас, наверное, народу там много. Еще простоишь, еще они опять искать будут, фиг знает сколько. Надеюсь, быстро найдут. Самое главное, нашли бы еще, ребят. Самое главное. Сейчас думаю, что окей будет. Часики мои классные. Вот черная пятница, как бы, да, я как бы в этой черной пятнице заказал, почти 1000 рублей вышли, а так они 1800, ну, стоили, а с черной пятницы почти 1000, часы классные, я не первые часы там заказываю. Что-то они у меня недолго держатся. У вас у всех так недолго держатся? Или у меня только одного? Я то дверью, то стекло разобью. Вроде бронестекло. Андрей Андреевич разбивает эти бронестекла. Вторые у меня, куда-то если я в поход пойду или на лыжах кататься. Такие спортивные, тоже свалить заказ. Удобно, как бы я их одеваю. А на работу вот решил такие... под пиджачок, пиджачковые очки, ой, очки, говорю, часы заказать. Сейчас увидите, какие они у меня. Часики будут. Там два дизайна было. Я такой подходящий выбор. Ну, под свой вкус выбор. Оцените. Ссылочку я обязательно на
часики вам вставлю. И закажете играть, кому вдруг понравятся они. Действительно, там на Али постоянно распродажи. Если сейчас они будут 1300 стоить, может сейчас тоже распродажи к Новому году. Как бы цена также упадет. Также какая-то будет черная пятница наподобие. Купите. Не знаю, для кого-то не критично, может, который сразу, ну, чтобы не ждать этого всего, сразу купит. Проблем нет. Я просто, ребят, много чего заказывал. Аккумулятор для планшета, получается, оплеточки, то есть на руль оплеточку, чехлы на брелок сигнализации, на брелок ключей, часы, там шнуры, датакабели, чехлы, ну всякое так, по мелочи просто заказал. Как раз мне это понадобилось, и как раз черная пятница. Так что так. Темнеет так рано, блин, на работу действительно уходишь, темно, с работы едешь, тоже темнеть начинает. Ну, вот видите, сейчас назад время-то не переводим, да, или вперед, или зимнее время. Кажется так. Ну, мне нравится. 6 часов, а как будто уже 2 часа ночи. Ну, так, на Урале здесь у нас, может, у вас там по-другому как-то. Вот мы уже почти к почте подъезжаем, надо стояночку найти. Так, Андрей Андреевич, нашел, какие страны сразу же, обычно места мало. Я нашел. И все, ребят? Ребят, я попал. На почту? Сколько народу. Да, вот так вот. Кто последний? Девушка, вы последняя, да? Да. Я знаю. Так вот, много народу. Стояла на почте полтора часа. Еще 15 минут они искали мою посылку. В итоге они нашли ее. Как бы смотрим сверток. Что же это может попасться мне? Вот видите, вот квадратная коробочка. Что же здесь может быть? Я пока не знаю. Ну, предполагаю, что это похоже на часы. Потому что оплетка еще должна прийти, но оплетка же квадратная не может быть. Хотя, может быть. Кстати, упаковано классно. Мейгер он написан. Мейгер, упаковка черная такая. Я сколько часов заказывал, и как бы, ребят, мне в коробках часы чуть-чуть не приходили. Что-то прям новинка какая-то. Ну видите, я как бы 1800 они стоили по скидке, почти за 1000, сейчас 1300. В принципе, я и те за 1000 чем-то брал, ну не знаю. Так, инструкция, понимаете, все дела прям. Вот сами часики вон. Вон часики такие вот. Вон видно, да? В коробочке так сделано. Так, сколько время? Так, здесь 15 минут 10-го. Китайское время, похоже, какое-то. Китайское время. Ну, в принципе, да. Шикарно. Мне казались они как бы больше сначала. Ничего. Такие. Сам дисплей вот этот, как бы, да, вот циферблат. Как-то я всегда большой пытаюсь заказать, потому что большие нравятся. А это они не маленькие, не большие, ну, как такие простые. Ну, стильно смотрится, кстати, стильно, ребята, стильно смотрится. Я рад часам этим. Ну все. Потом покажу, как они вживую смотрятся. Окантовочка тоже ниточкой красной прошита, как мне нравится. Ну, в принципе, классно выглядит. Достойно. И качество такое нормальное. Так что, ребята, кому нравится, заказывайте.
В общем, ребята, я договорился. Сейчас мне бензонасос поменяют. Так бы не за 27, конечно, дешевле. Со скидочкой там. Ну, зато, блин, ездить будет нормально, а то непонятно, как. Пока ехал, два раза заглох, ну как такое может быть? А сейчас пойду в магазин, молочка возьму. Кофе попью, а то нервничаю уже с этой машиной. Ой, вроде пустяковые дела, но, блин, кто-то электрик подводит, уезжает до пятницы. То не одно, так другое. Как-то так. Завтра в обед получается. Я машину угоню, но не буду делать. Сейчас пойду в магазин. Куплю. Получается, насосик этот. И все. И все будет пучком, ребята. Зашел в магазинчик. Взял молочка, хлеба. Что-то народу здесь вообще полно. Праздники готовятся все. Уже покупки делают, покупают. Товар не успевает привозить, сразу раскупает на лету. Сейчас молочка хлеба взял. Сейчас шоколадочку еще возьмем. Шоколадочку. Так, где у нас полки с шоколадками? Сейчас найдем эту полочку. Так, надо думать, что на Новый год готовить. Какие рецепты. А вообще изначально надо подумать, где вообще его справлять. Как-то настроение маленько испортилось с последними днями. Думаю, сейчас поменяется и нормально будет. И сразу я найду, где Новый год справлять. И что готовить? Все, ребят. Молочка для кофе. Шоколадка для души. Все взял. Кофе сейчас попью, душ хожу, релакс, так сказать. Ну все, ребята, съездил в магазин, бензонасос взял, получается, купил, договорился с ребятами, завтра они мне поменяют его, то есть в одной фирме, где то есть купил, а там же и автосервис. То есть завтра в 11 часов пригоню машину, если доеду, заеду, наверное, куда денусь. И они мне заменят. И все, проблема у меня кончится. И Андрей Андреевич поднимется настроение праздничное, новогоднее. Он счастлив будет, как никогда. Так что так. Просто надо же, да, проблему думали сначала предохранители. Ладно, вроде поменяли, вроде как окислился. Она заводилась, но какое-то время он работал. Ну, в итоге он сейчас умирать насос начал, и все, и проблема началась. А газ в нем проблема. Вот, Андрей Андреевич два раза пришлось ехать. Почему первый раз он не нашел вот эту причину, непонятно. Второй раз уже более детально начал уже разбирать все. Ну, а что сказать? Все по-своему работают, все по-разному. Тогда они, как бы, хоть и два часа старались, мы все делали, там, как бы я помогал ему. Ну, вроде как сослались на предохранитель. А тут второй раз, когда ставил, там, ключи от машины, он там полночи разбирал, смотрелся, в общем. В итоге нашел причину и сказал, что топливный насос, в принципе. Вот, в нем причина. Сейчас получается заключение, что надо менять его. То есть, ребят, я его все заказал, завтра его привезут, я его покупаю, завтра уже и менять мне его. И все, завтра, среда, 19 декабря, Андрей Андреевич прям у нас груз такой падает с плеч. И Андрей Андреевич уже думает, где он Новый год будет справлять, проводить, что готовить. Сейчас в магазин захожу, просто столько народа, ребята, прям действительно там, я не знаю, не успевает раскладывать, уже все сметает. Это в монеточку здесь зашел, где радуга у нас. Капец, все творится. Я представляю, в больших городах, что там вообще творится. Ну, все на Новый год готовятся, все прям, блин, там очереди на такие на кассе. А я молочка купил, кофе забелить. Кофе я купил уже, шоколадку, киткат. Так, колбаски по мелочи. Но, блин, простоял минут 15-20. Ну, так вот, ребят. Да, это фигня все, конечно. Так просто вам говорю. Просто уже у всех Новый год. Всех Новый год, все уже
думает, что готовить, уже закупается. В общем, ладно, ребята, завтра включусь, расскажу вам, что, как, из чего вышло. А, к сожалению, поснимать не смогу, потому что машину завтра оставлю, потому что в 11 я на работе работаю, не обед, потому что я в обеденное время оставлю и уеду опять на работу. Не получится мне снимать, как что там будет делать, но суть не сна, что просто меняет насос на новый и все. Просто я включусь, когда уже все сделано будет, когда уже все там классно. Все, ребят, давайте на завтра. Ребят, ну все, отогнал машину, отдал. А, автослесарям получается. Автоэлектрикам. Сейчас сказали, в общем, позвонит, как все сделают. Ну, в принципе, говорит, вопрос быстрый. Уже не первый раз с этим они сталкиваются, делают. Так что, ребят, поехал на работу. Со спокойной душой. Ну, как со спокойной? Охота, конечно, чтобы нормально все там было. И они, в принципе, отзвонятся, как сделают. Ну, как раз конец рабочей смены. И все, да, заберу. Обязательно включусь. Скажу, что как прошло все. Ну, надеюсь, слава богу, все должно быть. Давайте, ребят, не переключайтесь. Скоро я буду опять с вами. Ребят, позвонили с сервиса. Сказали, что это комплект не тот пришел. Сейчас они мне по пальцам покажут, что он не подходит. Будут перезаказывать. Весь комплект еще дороже будет, но полный комплект придет. Сейчас сказал, 10 минут там будет еще. Подъехал, посмотрел. Все раз. Привет, ребята. В общем, приехал я за машиной. Оказалось, как бы не все так хорошо. Моторчик сам не подходит. Не подходит, получается. Решили заказать другой. Придет через 4 дня, но весь комплект. А этот был просто без проводов, без всего. Просто один моторчик, двигатель вот этот, от бензонасоса. А это я сейчас заказал полностью набор, полностью стакан, там провода, сетка, то есть этот фильтр, бензонасос. Весь комплект заказал. Но, блин, просто не пойму. А, отдал машину, когда на диагностику, все, блин, выяснили там с Женькой. Он напрямую подключал на улице, когда бензонасос не прозванивался, получается. Вот смотрите, ребят, с вами разговариваю. Считай, получается, она заглохла. Машина была заведена была. Это, знаете, машина на горячую поработает, на горячую, и все. Она заглохла. На горячую когда? На холодную она нормально сейчас поездила, то есть холодненькая постояла, а сейчас, считай, заглохла. Проблема в нем, проблема в бензонасосе этом. Ну, Женя говорит, может, беспроводное реле какая-то блокировка идет. Ну, нихера не блокировка идет. Здесь машина бензином так пахнет. Здесь сам бензонасос, короче, я как понял, он нагревается, короче, тупо все. Он умирает просто. Блин. Здесь, знаете, случилось так, я на деньги такие попал, да, вот, кстати, это же замена, это даже аналог купить, это уже дорого очень. А я заказал этот, не аналог, даже оригинал, очень дорого. Просто Новый год, деньги нужны на подарки, да, на стол что-то. И надо же под конец года прям, ну, у Андрея Андреевича нет легких путей, он как бы не ищет. Он... Я же говорю, со мной вы не соскучитесь. Вот подарок мне вот девочка, вот эта леди принесла. Ладно, чего плохого, в принципе, ребят. Скоро Новый год. Я думаю, волшебство случится, через 4 дня мой заказ придет, мне его поставить, и будет все классно, будет замечательно, ребята. Ну, я надеюсь на это. Ну, даже не надеюсь, а будет 100%. Я верю в чудеса, верю в Новый год, верю в Рождество, верю в волшебство, во все верю, ребята. Так что, ребята, не переключайтесь, будьте со мной, я вам все, конечно, расскажу.
Знаете, что начал замечать? Вот, ребята, закономерный какой-то, не знаю, как? Что нервничает? Кто-то курит, да? Вот я не курю, да? А мне что-то вот такое вот охота, типа кофе и сладкое что-то, когда вот прям вот такие проблемы, я что ли закусывать эти начинаю. И прям не замечаю, что уже каждый день начал шоколад есть, и прям на сладкое так перешел. Как бы еще не потолстеть с этими проблемами, ребята. А то представляете, вы сейчас видите меня таким худым, нормальным. Представляете, там прошло там 2-3 месяца, такой хомяк сидит, да? Каждый день шоколадку-то уминать. Я сейчас сгущенку вчера ел. Сейчас вот шоколадку купил, киткат, в принципе, вкусная шоколадка, молочка взял тоже. Молоко начал, кстати, выпивать, раньше у меня как 3 дня, 2 держалось, сейчас не знаю, то ли холодно, чаще начал чай просто пить, кофе, забиливаю молоком, просто молоко улетает. Немножко взял. Сейчас так. Кофе-то овсяное надо взять на работу, с работы тоже кофе пьем с чаем. Что закончить просто купить и кофе надо купить на работу, кстати. Вот так. Ладно, ребята, будьте со мной, не переключайтесь. Всем привет, ребята. Это канал Жизнь Андреевич, и с вами Андрей Баталов. Сегодня у нас, так сказать, предвкушение два праздника. Это я выиграл, первое это выиграл я подушку в Асконе, стих написал. Второе место занял, чуть-чуть до первого, наверное, не хватило. И там, как мы писали, хорошо просили эту смарт-подушку. Ну, я тоже хорошую подушку выиграл. Вот. А второе, это сейчас я поеду за детскими подарками. То есть, на работу позвонили, приезжаю, Андрей Андреевич. Вот. На улице у нас минус 14. Классно. Как я люблю, вот только снега не хватает, ну, знаете, снежинки, как бы, чтобы это, с неба падали. А так тепло, уже чувствуется Новый год, как-то что ли все бегают, спешат, с елочками он в машине ездит, на багажник, знаете, ложит, как в старые добрые времена. У меня дома искусственная, ребят, елочка. Я давно уже настоящий елку не покупал. Да потому что елки сыпятся, это же все. У меня, если я поставлю, она у меня полгода точно стоять будет. Вот, а потом вот это убирать елочные, знаете, иголочки, это проблематично. Так решил я второй или третий год уже, как бы у меня искусственная елочка. Искусственно и проще. Собрал, разобрал, и так же красиво смотрится. Гирляндочки повесил, мишуру, игрушечки. С дочкой нарядили игрушечки разные. Она и сама делала в школе. Так, которые были. Вот. В этом году она красочная у нас прям получилась. Может, вдвоем наряжали. Из-за этого красиво. А может, что я сказала? Я говорю, Вики, я говорю, вот Дед Морозу понравится елочка, он же смотрит в окошечке, будет смотреть. Во-первых, он смотреть будет, как себя слушалось за весь год, вот эти все, да, плюсы-минусы складывать. И плюс еще будет смотреть, какая елочка. Если красиво наряжались с душой, значит и подарок будет с душой красивой. Вот, вроде как бы, может, она больше старалась с елочкой. Она такая у нас хорошенькая получилась. Что ж такое-то? Все тормозят, сегодня вроде не утро, а... На дороге-то у нас какой-то прям коллапс. Так что так, ребята. Сейчас поеду. Сейчас время обед. Когда сейчас доеду, пока дойду, цех уже заработает. Все, ребята, не переключайтесь, будьте со мной, я обязательно вам подарочки покажу. И... А вот еще что забыл. Еще надо две игрушки купить. Да, и на Новый год поеду, надо подарок купить. Вот. Чуть не забыл. Ну, тоже, наверное, с вами поделюсь, какие подарки я купил. Ну все, оставайтесь со мной. Не ребят, пришло долгожданное время. Я иду за своей подушечкой в Аскону, территории здорового сна. Аскона, территории здорового сна.
Что мне здесь скажут? Здравствуйте, здравствуйте. Вот, мы приехали. За подушечкой. А? А я победитель. Да. Так, ребята, подушечку вручили. Сказали, здесь матрас. И она еще запоминает. Еще запоминает положение. Вот, Energy Pool. Пожелали оставаться со Сконой, участвовать в их конкурсах. Но я люблю участвовать, в принципе, везде. И буду. Ну, классно, занять второе место. Я молодец, конечно, молодец. Андрей Андреевич, кого такой молодец? В принципе, класс. Подушка очень радует. Так. Ребят, скоро Новый год. Сейчас мне второй момент. Надо ехать за подарками. Сейчас поеду в магазин игрушек и выберу что-нибудь для детей. Все, оставайтесь со мной. Сейчас будем выбирать что-нибудь. Сейчас что-нибудь выберем. Значит, музыкальный, может. Много всего, много всего. Что же взять? Видите, как много всего. Так. Куколку, может что-нибудь. Спасибо, пока не надо. Может куколку. Такс. Собачки. Ребята, ну в принципе, взял я подарочки. Докупил. Не знаю, еще думаю что-то взять. Что-то забыл. Такое ощущение, как будто что-то вот... Вот прям что-то забыл. Неизвестно что. Ну что-то забыл. Сейчас. Так, в магазин заехать. Смотреть, что еще. Можно взять такое необычное. В принципе, в Челябинске, буду в Челябинске еще куплю подарочки. Показывать не буду подарки. Ну, классные, креативные, вообще суперские. Я люблю дарить подарки. Ну и получать тоже. Ну все, ребят, увидимся. С вами был Андрей Баталов. Подписывайтесь на канал Жизнь Андреича. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Пока-пока. Ребята, уже хотел заканчивать видео. Вообще просто, так сказать, видеоролик этот. И тут мне позвонили насчет... Не поверите чего? Да, кто скажет нет. Бензонасосом мне позвонили. Пришел бензонасос, ребята. Я пригнал машину, и мне все сделали, все починили. Ребята, это вообще за эту неделю, за это все время, блин, такой нежданчик, такой сказочный подарок мне, что сделали все, починили леди мою. И я безумно очень рад. Надеюсь, больше не будет ничего лететь, ломаться. Дай бог. И, ребята, и вам пожелаю не расстраиваться, если у кого-то что-то не получается, обязательно получится. Рано или поздно наступит у вас и хорошая, так сказать, светлая полоса, как у меня. Ребята, желаю вам счастья, с наступающим вас Новым годом. Пусть у вас все мечты сбываются, даже если
в этом году не все сбылись мечты, обязательно не сбудутся в следующем году. Счастья вам, ребята, и здоровья. Не забудьте подписаться на меня, чтобы увидеть следующее видео. Следующие видео будут очень интересные. Я давно их хотел выложить, все времени не хватало обработать все вот это все. Это приключение с Шуриком. Ну и так, второе видео тоже Шурик что-то рассказывает про Москву, про Новосиб. Ну, ребята, что мне рассказывать? Мы сами все...